Конкурс проводится в Вологодской области с 2005 года в рамках областной программы по патриотическому воспитанию во славу Отечества. В этом году он посвящен 780-й годовщине битвы князя Александра Невского с германцами на Чудском озере. По результатам муниципального этапа Великоустюгский район представляет команда школы номер один – Анастасия Калиничева, Игнат Гладышев и Тимофей Коноплев. Ребята с утра уже выполнили тест из 19 вопросов. Выполнили экспромт задание, в котором надо было найти ошибки в исторических документах и рассказать об этих ошибках. Задание было довольно-таки трудное. Следующим этапом конкурса стала пошагово-стратегическая игра. Здесь ребятам из разных районов Вологодской области предстояло в онлайн-режиме сразиться друг с другом. Игровое поле имитировало местность вокруг Чудского озера. Каждая армия, германские рыцари и русские дружинники должны были выполнить свои тактические задания. Блин, а она через лес не стреляет. Лучники с лучниками должны играть, мне кажется. Лучше. Так, смотрите, у них перебор в лучниках, конечно, нам нужно только подойти к ним. Вот, смотрите, вот я могу вот сюда вот его запихнуть, он не может по прямой стрелять. Устюжане выбрали сторону немецких рыцарей и за несколько ходов выполнили свою тактическую задачу – добраться до определенной точки на карте. Но, к сожалению, в число победителей наши земляки не вошли. Тем не менее, со всеми остальными заданиями в четверг ребята справились отлично. В пятницу их ждет еще одно завершающее испытание конкурса – интеллектуальная игра «Знаю, помню, горжусь». Илья Ковалев, Максим Тятов, телеканал «Русский Север».